Следующий вопрос от Анны Акимцовой. Это хутор Киева-Жураки. Остро стоит вопрос водоснабжения во всем районе. Частые перебои подачи воды, низкое качество воды в связи с отсутствием очистных сооружений. Этот вопрос поступил на прямую линию с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым, и чтобы разобраться в нем, на хутор Киева-Жураки Адыгехабльского района приехали заместитель министра строительства и ЖКХ Зульфира Бачаева и руководство компании «Водснаб». И вот что им удалось выяснить. Мы приехали посмотреть обращение, проверить обращение, потому что был звонок главе республики о том, что нет водоснабжения, проблема с водоснабжением. Приехали посмотреть, пообщались и выяснили, что проблема бывает именно в летнее время, что на сегодня вода есть, и зимой этой проблемы не бывает. Но в этом мы сейчас убедились. Жители хутора подтверждают, напор воды у них в домах не назовешь идеальным. Эта проблема встречается практически во всех маленьких населенных пунктах страны. Но в зимнее время вода в Киево-Жураках все-таки есть. На Пролетарской я живу, у меня бывает летом вообще воды нету. Я к соседям хожу, они говорят, у нас тихо идет, а у меня нету воды. Это когда полив закончится, вот вечером уже полив закончится, я могу еще что-то набрать. И тут тихо-тихо идет вода. Сейчас ситуация взята под контроль ответственными службами, ведь чтобы разобраться с подачей воды, на которую жалуются хуторяне во время летнего полива, придется дождаться этого сезона и уж тогда провести все необходимые исследования и проверки. Анна Гончаренко, Мурат Кемрюков, Архыз 24.